Ну блин, на кой черт меня дернуло полезть на эту крышу? Вид, конечно, красивый, да. Классно, классно тут. Кстати, стройка одна из самых травмоопасных зон, так что надо здесь быть поаккуратнее. Ладно, хорош болтать. Давай-ка сейчас попробуем, опа, мое первое препятствие покорить кран. Чуть ноги себе не отбил. Так, ладно, эх. Фух, успел зацепиться, есть. Ну наконец-то, я наконец-то забрался хоть на что-то. Как они это делают? Со стороны это выглядит вообще ерундово. Попробуем забраться выше. Оп. Слушайте, да я не такой же плох. Может из меня выйдет какой-нибудь паркурщик? Не, кажется, я погорячился со словами. Не могу залезть. Но если с разбегу... Опа! Ну, почти, почти. Итак, да... Это что ж ты будешь делать так? О, ништячок. Ого, мое первое недопаркурское дело. Короче, мне теперь надо добежать вон до того красного фонаря. Ну что ж, поползли. Полетели. Или это как его? Топорик стайл. Вниз головой. Эй, это опасно, конечно. Ладно. Эй, эй, динозавр, ты что на крыше забыл? Блин, сколько тут недопаркурщиков, как я. Оп, ух, как высоко. О, нифига себе, а тут мягонько. Дамблдор, ты ли это? Зачем тебе паркур? Ты же стар для него. Ты можешь сделать абракадабра и полетел. Короче, я профукал все свое время и не представляю, как мне добраться до того красного луча. О, дружище, ты там что увидел? Там есть переход? Ага, фиг тебе, ух, как высоко-то, а. Блин, надо обратно возвращаться. Ладно, топорик стайл. Кажется, я промахнулся. Говорил, мам, по крышам не лази. О, еще один недопаркурчик падает. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Благо мы находимся в игре и помирать здесь можно сколько угодно. Ну что ж, понеслась жара. Ну-ка подвинься, а по проводам можно ходить? Вот подстава. Ребята, позовите 911. Ха-ха, хо-хо, вот так вот. Все круто. Ю, вот так. Парю прям как орел. Ну ладно, ладно, не как орел. Ну как воробушек точно. А теперь быстренько вон на ту крышу. Без разбега. Ю, у-та. Блин, ноги отбил. Ладненько, ладненько. Почти есть, забрались. О, да тут два профессионала, которые об стенку трутся. А, не, они с нее катаются. Чуваки, вы, по-моему, стенку с горкой перепутали. Ну вы прям тру-про. Ух ты, вот это масштаб. Нифига ж себе, я его так умею делать. Круто. А чё, куда дальше-то? Смотри, какая горка. Уи-и-и. Может, я чё-то не догоняю? У паркурщиков свои какие-то секреты есть. Обратно возвращаться это не по-паркурски. Значит, будем залазить вон на ту трубу. Сейчас как... Ох, ой, промахнулся. Такси! Такси! Смотри, учись как надо. Опа! Есть. Как бы получилось, прикинь? Я дальше не знаю как. Хе. Вроде как по стеночке надо бежать. Как это делать? Ух! Нифига себе! Получилось! Само собой получилось! Ладно, дальше бежим. Дальше... Опс. Ну блин. О! Моя правая нога. Моя родненькая. А где же левая-то? Давайте, парни, как спецназ. Первый пошел. Второй. Ну, чего тупим? А, второй, это я. Ладно, отойди, да я сейчас прыгну. Вот так вот. Нифига ж себе, какой я меткий. Кажется, паркурский дождик начинается. О, я же говорю. Воу, а как тут-то быть? Ну-ка, давай, показывай. Ничего себе. А ну-ка. О, нифига себе, кому-то в окошечко залетел. Ой, как это было больно.
Ну все, теперь я натренирован и готов. Погнали! Что за фигня? Отличное начало нового дня. Ну, наконец-то я достиг своего максимума в паркуре. И теперь я готов приступить к паркурским заданиям. Это те, которые подсвечиваются зеленым лучом. Но сперва я хочу взобраться как можно выше. Погнали! Почти добрались до одной из самых сложных миссий, и чтобы ее выполнить, нам придется изрядно попотеть. Она находится чуть ниже, и чтобы до нее добраться, нам придется спуститься. И спустимся мы, не прыгнув на подушку или на мусор, а на канате. Одна из самых сложных миссий. Посмотрим, смогу ли я ее осилить. Вперед! Получилось, еще и так торопился, и чуть не погиб, и ноги отбил. Эх, ну ладно, наверное, в другой раз точно получится. А я поковылял до поликлиники лечить свои ноги. Ну все, ребята, я в строю, смотрите, как я бегаю, как Марио прям. Так что можно приступить к новому паркурскому заданию. Единственное, до него еще нужно добраться, но это дело поправимо. Включаем нитро! Ну, наконец-то мы добрались до этого задания. Это будет последнее задание на сегодня, так что наслаждаемся. Ну вот, ребятки, и все. Да-да-да, в этой серии я очень мало говорил, потому что здесь игра в основном рассчитанная на экшен и крутую музыку, так что я попытался это сделать. Ну вот так вот и получилось. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии и обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписывали, потому что на моем канале будет много интересного и много чего чудесного. Всем удачки, пока и до новой серии. Воу, я добежал до конца карты. А что будет, если спрыгнуть с карты? Ну-кась. Ну вот. Придется опять ресетиться. Ну капец.